Позвольте представить Бориса. Борис Бернаскони, известный архитектор, основатель бюро Бернаскони. Борис, приветствую. Здрасте. По ковидному. Здрасте. Борис, я почитал о вас кратко. К сожалению, не было еще времени много окунуться в вашу биографию. Увидел, что достаточно насыщенная жизнь и глубокая. Понимание архитектуры и вообще всего пространства, которое окружает. Остановлюсь на некоторых вещах. Меня заинтересовал ваш термин про алгоритмическую архитектуру. Вот скажите, что это такое? Можете посвятить наших зрителей немножко больше этот термин? Да, это очень просто. Алгоритмическая архитектура – это, в общем, формулы физической реальности, программирования зданий и сооружений для того, чтобы при помощи программы эти здания и сооружения использовались максимально эффективно. Вот если так совсем коротко. Угу. По-простому, это определенный набор функций и определенный набор физических решений самого объекта для того, чтобы этот объект максимально эффективно выполнял поставленную задачу, с одной стороны, и при этом, с другой стороны, не был подвержен вот всем тем напастям и кризисам, которые, собственно, окружают человечество. Ну, например, как офисное здание, которое не нужно во время пандемии, быстро реорганизовать и наполнить другим функционалом. Это возможно. То есть, если спроектировать это определенным образом, то такая возможность существует. Это требует, естественно, дополнительных ресурсов и дополнительных решений, но, тем не менее, мы в этом случае получаем как бы бессмертное здание. Знаете, когда клетки живого организма регенерируются до бесконечности, и, соответственно, этот живой организм может, по сути, жить вечно. То же самое со зданием. Чтобы оно не умерло в определенный момент и, например, не было снесено и заменено чем-то другим, его нужно просто придумать таким образом, чтобы это здание могло просто реинкарнироваться. Вот, например, такой объект – это гиперкуб. Ну, как прототип такой архитектуры, это как раз был гиперкуб Сколково, когда мы, по сути, понимая, что вот этот вот форпост, который делается изначально, через какое-то время перестанет иметь смысл. И это здание должно из публичного стать, например, офисом, а потом из офисного превратиться в, к примеру, кампус университета. Мы придумали его и спрограммировали его с точки зрения функций и геометрии таким образом, чтобы это было возможно. При помощи инженерии, при помощи того, как оно спланировано внутри, при помощи того, как оно устроено снаружи, вот этот сменный фасад, который можно тоже со временем менять технологически, менять на новую оболочку, меняя вообще даже его лицо. То есть это и есть вот идея некой алгоритмической архитектуры, которая как бы не является застывшей музыкой, как раньше было принято называть архитектурой, а является такой живой музыкой, которая, в общем, может, ну, как-то даже по дороге, в принципе, сменить стиль. То есть, получается, динамически меняющееся здание, динамически меняющееся его суть с течением времени. Да. Вот это, кстати, вот еще один вопрос. Вы как-то в одном из интервью сказали, что важно строить здание, которое фактически является предсказанием, формой предсказания будущего. И важно не строить то, что устаревает в процессе строительства. Вот с помощью чего вообще, по вашему мнению, можно предсказать, что сейчас вот у архитектора, каким арсеналом он пользуется? Алгоритмы, интуиция, что? Ну, вообще, когда ты что-то делаешь, ты должен понимать, что ты должен действовать с неким запасом. Архитектура, например, пока она появляется физической реальности, требует где-то от 2 до иногда 10 лет. Понятно, что если ты сделал эстетику на момент
проектирования, то здание, будучи построенным, эту эстетику уже как бы теряет. Потому что уже наступил там, 2025 год, а ты сделал вещь условно в эстетике 2020. Поэтому вообще лучше всего делать эстетику вне времени, в принципе. То есть это и есть признак хорошей архитектуры, я сказал. Когда ты материалами, приемами не привязываешься к определенной временной точке. То же самое и с функцией. То есть ты должен понимать, что функция также может смениться. Это более сложная как бы, вещь. Она, в общем, менее прогнозируемая, но универсальность пространства, его модульность – это ключ к решению этой задачи. То есть когда ты делаешь пространство модульное и универсальное, то ты можешь дать заказчику возможность действительно как бы использовать это здание по-разному. Еще раз повторюсь, это требует дополнительных ресурсов. Это если в деньгах, например, то это там плюс 20%. Но есть просто объекты, которые не требуют решения этих рисков. Ну, например, там жилье. Жилье, оно всегда будет жильем очень долго. Хотя тоже бывают случаи, когда сегодня жилье, а завтра не жилье. Но есть и общественные здания, которые обязательно должны включать в себя эту вещь. Возможность как бы меняться. И вот в этом и заключается смысл прогнозирования. То есть ты как бы по сути представляешь себе сценарии, которые могут случиться в будущем с этим объектом. Ты как бы ставишь по сути себя на место дома и пытаешься понять, а вот что если вот это произойдет, а что если вот это произойдет. А как быть со средой, которая условно зафиксирована уже? Ну, условно городское пространство, оно не может так быстро меняться, и оно уже есть, существует в некой физической реальности, которая условно зафиксирована, и тут вы вписываете в это пространство нечто кардинально новое. Вот как эту проблему решить? Есть ли она вообще? Нет, ну как она есть-то? Это вот исторический контекст условно. Ну, например, возьмем там центр Санкт-Петербурга. Ну, в общем, понятно, да, что здесь уже речь идет о некой социальной договоренности. То есть группа людей, она договорилась, что мы вот эту вещь не трогаем. Есть определенные регламенты, правила, которые не позволяют эту среду как бы менять знак этой среды. Я думаю, что тем не менее эти договоренности могут тоже поменяться. Вот, ну, если мы возьмем исторический центр Лондона, то там совершенно спокойно можно встретить очень современное здание по соседству с зданием, которому 300-400 лет. Это вопрос, еще раз, социальной договоренности. Я думаю, что и Санкт-Петербург со временем вынужден будет, к сожалению, перейти на такую модель, потому что здания, к сожалению, стареют. И превращать их в куклу тоже, на мой взгляд, не совсем правильно. Это все равно, что ты как бы из новых материалов и технологий делаешь то, что было сделано совершенно по другим стандартам и по-другому. То есть ты просто делаешь пустую оболочку. Это, на мой взгляд, уже не является архитектурой, это что-то другое. Это такая мумификация. Примеры таких пространств сейчас, в настоящее время, то есть выставили Лондон, Сингапур, например, какие-то другие города, вот кто-то уже взял прям курс. Я вам могу сказать, что есть еще другая проблема, что вот эта социальная договоренность, она иногда приводит тоже к таким неожиданным решениям. Например, сносится целый квартал. Я помню, я был когда последний раз в Шанхае, я утром шел по улице исторической, а вечером этого квартала вообще уже не было. Я просто видел лежащую на земле табличку, значит, Architectural Heritage, там было написано, архитектурная память. Память архитектуры, охраняемая государством. То есть вот иногда бывают такие истории. И, к сожалению, эти же истории, они встречаются, ну, они везде есть, и они у нас есть. И тут вопрос, еще раз, вот некой договоренности между участниками
так сказать, вот этого, этой катастрофы такой микромасштаба. Здесь уже, понимаете, это уже такой вопрос скорее вот, культуры, вопрос регулируемого государства. Ну вот, кстати, у нас есть такой пример, это проект реновации. То есть вот, есть территории, которые уже сложились, уже обросли определенными качествами. Например, там выросли классные парки вокруг этих домов. И, ну, там хрущевки, к примеру, те же самые. Это вообще классный проект государства, на уровне государства, сделанный проект массового жилья в промышленном масштабе. Придумана среда, придуман масштаб, придумано то, как это живет в долгосрочной перспективе. И вот сегодня мы видим, как на этой территории там сносится все под корень, все эти люди переселяются в многоэтажки, которые им совсем не нравятся. Вот это и есть социальный конфликт, которого, на мой взгляд, лучше избегать, потому что и так, в общем, напряженность довольно серьезная. А здесь еще как бы подливают масло в огонь такими историями, потому что вот эта современная дешевая, по сути, высотная застройка, то, что называют муравейниками, она, конечно, никогда не заменит то, что все ненавидят, а именно хрущевки. То есть вот люди, когда увидели, вот они всю жизнь ненавидели хрущевки. А сегодня они увидели как бы эти муравейники. И они поняли, наконец-таки, насколько проект хрущевок гуманный и вообще гуманитарный в целом по сравнению с тем, что им как бы предлагается взамен. Хотя буквально 20 лет назад им казалось, что это кошмар, и что это нужно что-то с этим делать, иметь. А оказывается, нет. Оказывается, это все настолько грамотно и гуманно спроектировано с точки зрения масштаба, пятиэтажный дом вместо 25-этажного, материалов, когда ты, в общем, даже несмотря на то, что там есть вот эти швы, все равно ты видишь как бы, ну, настоящий материал, штукатурку, иногда кирпич, то есть это все равно это настоящая вещь. Все познается в сравнении. Да, то есть ты как бы сразу понимаешь вот эти деревья, выросшие за это время, потому что деревья, они растут долго, ну, они там 50, 60, 70 лет. Вот эта среда, она очень долго культивируется. Конечно, на мой взгляд, нужно очень внимательно к таким вещам относиться, обсуждать их, превращать их тоже в какие-то проекты на государственном уровне и решать эти вещи градостроительным способом. То есть это уже другой уровень, не объект, это уровень именно такой культурологический, когда как бы несколько групп тех самых договариваются о чем-то и вместе реализуют этот проект как некую единую систему ценностей. Борис, немножко про технологии. Алгоритмы. Как-то вы тоже упоминали, что архитектор может исчезнуть и быть полностью заменен алгоритмом. Конечно. Означает ли это, что по факту мы приходим в такой мир, где алгоритмы понимают человека лучше, чем сами люди друг друга? И означает ли это, что мы придем в эпоху качественных новой архитектуры, и насколько вообще она может быть комфортной для человека, если она будет создаваться как из алгоритмов? Это зависит от программного кода. Вообще, алгоритм приводит к наиболее эффективному решению. Вообще, наиболее эффективное решение в архитектуре – это коробка без окон, в принципе, и без какого-либо ритма. То есть это такой ящик прямоугольный или, может быть, купольный. Это зависит уже от технологии строительства. Если там 3D принтер, то это, скорее всего, там какой-то купол без каких-либо вообще ритмических или эстетических особенностей. Причем вот эта поверхность, она даже не важна, какого она дизайна, какого цвета, потому что ты ее не воспринимаешь уже как объект эстетики. Такая идеальная форма, в которую можно разместить любую функцию. Собственно, вот если дать задание алгоритму, то он сделает вот так. Но в алгоритм можно добавить еще какое-то количество строчек кода, ну, например, сделать этот красивый. Такое запрещенное слово. Сделать это красиво. Вот там алгоритм посмотрит, кто делает красиво. Значит, опять же, красиво – это тоже понятие относительно. Это как бы экспертизой назначенное некое вот мнение. Да? Вот это красиво, это некрасиво. Он возьмет там список, допустим, 10 лучших архитекторов,
И по этому списку проанализируют, что они делают, и пытаются это повторить механически. Ну, если такая строчка кода есть. Ну вот мы ставим галочку. Допустим, алгоритм справился с этой задачей. Дальше алгоритму мы приписываем еще одну строчку, к примеру, экология. То есть это там объект должен быть абсолютно экологически чистым. Ну вот, раз он подтягивает все решения под эту задачу и тоже решает ее. Дальше там вопрос, например, может возникнуть еще контактность этого здания с людьми. То есть оно может быть контактным, может быть не контактным, интерактивным, не интерактивным, с социальными функциями, наоборот, закрытая как бы стена. Ну, он тоже как-то решит эту задачу. То есть на самом деле пока все это такая механика, в этом нет никакой традиции. То есть у алгоритма отсутствует традиция, а архитектура все-таки это традиция. Это как бы набор ощущений и набор воспоминаний, который передается при помощи вот неких элементов, неких знаков. Это все такой набор знаков, который у тебя в голове складывается в определенное ощущение. Именно поэтому вот проблема, например, неоклассической архитектуры в том, что визуально ты видишь колонну коринфскую, а реально это сделано из пластика. Вот здесь возникает как бы конфликт уже на уровне эстетики архитектуры. Это, в общем, запрещено в архитектуре так делать. То есть ты должен делать подлинные вещи. Ты должен сделать колонну, если ты уж ее делаешь, в той технологии, по которой она делалась всегда. Ну, либо это там, не знаю, кирпич, либо это кольца массивные. Там стержень в середине. То есть это как бы другой способ строительства. Более того, тогда это и была современная архитектура. То есть у греков это и была современная архитектура. Современная архитектура, она соответствует всегда времени. Конструктивизм соответствует времени промышленной революции и как бы возможности создать консольный элемент. Когда появилась сталь, когда появились балки, когда появилась штукатурка, уже возможность там штукатурить большие поверхности промышленным способом, ну и так далее. Большое остекление, возможность появилась делать, ну и так далее. Это вот элементы как бы современной архитектуры. И, естественно, каждую декаду, условно, является что-то новое, что и является самым современным. Прогноз. 10 лет. Как будет выглядеть архитектура через 10 лет? Ну, это очень короткий срок. Точно так же. Какой горизонт это взять? 20? Да нет, но это надо брать горизонт там, 200 лет. Дело в том, что архитектура очень традиционная вещь. То есть это 100 лет, 200 лет. То есть понятно, что там у нас появились 3D-принтеры, мы можем печатать 3D-принтером. Ну окей, это, понимаете, это смысла не меняет. Это все равно работает за счет гравитации, за счет там как бы клеевого соединения. То есть смысл, это принципиально то же самое. Новые материалы? Да, вот если, например, там вырастить здание, из, не знаю, из плесени, к примеру, которая потом затвердеет и станет камнем, тогда это понятно. Вот это как бы новый способ строительства. Причем это там за неделю что произошло. Ну, там создать питательную среду, например, и эта питательная среда, она как бы вот направлена на то, как сейчас монолитные здания создаются. Ну да, то есть вообще стройка, она очень традиционная. То есть это, в общем, не меняется уже многие тысячи лет. И происходит это именно потому, что мы в определенных условиях находимся, гравитационных, скажем. Я уверен, на Марсе там немножко по-другому нужно строить. Там гравитация другая. И, может быть, там как раз вот уже технологии 3D-печати более актуальны, потому что, собственно, тебе нужно получить такую монооболочку. Поэтому там форма, она вот должна быть другой. Там меньше, как бы, по-моему, в полтора раза, если не ошибаюсь, гравитация, чем здесь. То есть это другой способ строительства. Способ строительства – это традиция, связанная с местом. Все. Причем вот эстетика – это тоже часть привязки к месту. Вот эстетика на Марсе, она будет вот такая. Эстетика там на Венере вот такая. Связана как бы со средой и конкретно с местом. И плюс еще, естественно, с людьми. Потому что у них есть
какие-то предпочтения, определенные традиции, то, что ты говорил. Поэтому прогнозы, в общем, ну, еще раз, мой прогноз такой, что скорее будут меняться способы строительства, и они будут связаны просто с, скажем так, постепенным переходом к использованию формулы создавать необходимо и достаточно, потому что у нас скоро будет 12 миллиардов планеты Земля, это очень много. То есть у нас просто ресурсов уже будет недостаточно, чтобы даже строить. Это значит, что нам кардинально нужно пересматривать вообще способ производства и использования существующих ресурсов, архитектуры в том числе. Вот это здание, оно вообще по-другому будет использоваться через 100 лет, кардинально. Ну, например, вот этот весь атриум будет застроен, и здесь будут там такие ячейки с искусственным заведенным светом внутрь. Как в гиперкубе у нас там есть оптоволокно, которое доставляет свет в определенное помещение. Ну, к примеру. То есть плотность среды будет повышаться. Это связано с перенаселением. Количество ресурсов для строительства будет уменьшаться. Поэтому переработка, ресайклинг, минимизация, как у пчел при помощи сот, расхода материала до просто вот минимального и необходимого. Дома на 100 лет строить будет не надо. На 5 лет дом построился за город. Он развалился через 5 лет, ты переехал. Вот это вот понятно. А? Одноразовая архитектура такая. Ну, в том числе. То есть, будут, естественно, будут разные сегменты. Там будут сегмент, где, естественно, там 99% граждан планеты Земля. И там сегмент, где вот 1% граждан планеты Земля. Естественно, вот, к сожалению, мы идем к этой истории. И вот это разделение, оно тоже немного пугает. То есть, вот наш проект, например, Дом Системс, он про то, что, в общем, все равно, сколько у тебя денег. Ты можешь построить себе просто по размеру. Но дизайн такой же. То есть, на мой взгляд, вот если говорить об архитектуре и эстетике, эстетика, в конце концов, если говорить про алгоритмическую архитектуру, я мыслю как, условно, бот. Эстетика, она становится вторичной. Архитектура 100 лет назад говорила о том, что эстетика, она первична. Это самое главное. А архитектура сегодня — это как бы вообще без эстетики, в принципе. То есть это некая такая роботизированная процедура создания подобного пространства с определенным качеством. И ты можешь как пользователь, я сейчас как раз говорю терминами IT, просто себе создать некую оболочку. И она будет одного дизайна. Вот как в нашем проекте Дом Системс. Это один дизайн. Не важно, сколько у тебя денег. Ты можешь быть миллиардером, у тебя вот такой дизайн. Ты можешь быть нищим, у тебя такой же дизайн. И в этом и есть как бы кайф. Это, в этом и есть прикол, что ты, в общем, в такой социальном равенстве находишься. Это важный момент. Когда нас будет много, эта вещь будет очень важной. Это даже важнее будет, чем технология. Вот то, там, о чем говорил Ленин и долгое время Советский Союз, вот это некое эфемерное чувство справедливости, которое культивировалось в Советском Союзе, скоро станет главной базой для создания городов. Потому что только при помощи справедливого некого равенства ты можешь управлять конфликтом, потому что иначе этот конфликт выльется за пределы допустимого. Ну, мы сейчас это все наблюдаем с вами. Вот если мы посмотрим сейчас телевизор или YouTube, мы вот это все сейчас видим. Вот как бы чувство несправедливости к чему приводит. Круто. Белоруссия, там, Россия в том числе, Америка. Это происходит вот так, на щелчок. Таким образом, пространство может определять именно эту новую бесконфликтную среду. Да, это вот то самое, как раз, что, в принципе, может помочь решить алгоритм. Потому что человек, как мы видим, это решить не может. Уже на протяжении нескольких тысяч лет он не в состоянии решить эту проблему. А алгоритм может, потому что ему все равно.
он двигается как плесень к питательной среде. Ему только электричество нужно и выполнение задач, которые он решает самым оптимальным способом, самым кратчайшим. Вот как человек тропинку протаптывает самым кратчайшим путем, точно так же алгоритм решает задачу самым кратчайшим путем в области аспекта. И именно он может, я там, это вот прогноз мой, как раз вот там на стуле, он может решить вопрос по созданию бесконфликтного нового города будущего для человека. Потому что нас еще раз к концу вот этого столетия станет 12 миллионов. Это очень сложно управлять этим количеством людей. Круто. Борис, спасибо за прогноз, спасибо за интервью, спасибо, что были с нами. Борис, счастливо. Спасибо.